Всем доброго времени суток. Вы смотрите канал Андрей's Love of Life. С вами говорит Андрей. И это ваша любимая рубрика распаковки интересных прикольных посылочек с сайта AliExpress. Мы просто вскрываем посылки, смотрим, изучаем и тестируем прикольные гаджеты. Давайте начнем. И в этом видео мы сегодня вскроем вот такой средний пакетик, привезенный с сайта AliExpress. К сожалению, этот пакет, он не отслеживался. Обещал продавец, он его с отслеживаемой посылкой, с доставкой AliExpress совершибен, но в итоге он взял службу неотслеживаемой посылки, в общем-то говоря. Этот неотслеживаемый пакет приехал за месяц с небольшим. Берем опять ножик. И давайте заглянем внутрь этого пакетика. В общем говоря, дорогие друзья, вот вы видите, что за коробочка непонятная. Так вот, на самом деле, это губная гармошка. Вот она, губная гармошка. Вот, как раз я ее заказал на Алиэкспрессе. Вот, за 230 рублей. А в этой коробочке у нас еще какая-то инструкция. Вот, гармоника, но на английском написано. В общем-то говоря, но сейчас я в этом обзоре не буду объяснять там, короче говоря, как играть, где там какие ноты. Попробуем мы сейчас сами разобраться. Значит, что из себя представляет вот этот вот наша гармошечка? В общем говоря, сделана, в общем-то говоря, из металла. Такого хорошего. Вот с ванной написано гармоника. Вот, боковая стенка, рядом с которой находится отверстие, сделана, выполнена она из пластмассы, в общем-то говоря. Вот, довольно-таки качественные. Имеет оно 10 отверстий. Вот они здесь пронумерованы. Такой вот компактненький, вот умещается вот даже вон в ладошечку. Я думал, она будет побольше. В общем говоря. Ну, единственный, конечно, минус, вот такой вот глянцевый, он прям блестящий металл, вот, оставляя на нем видны все отпечатки пальцев. В общем-то говоря, вот это не суть, но все-таки это принципиальный такой хороший музыкальный инструмент. Вот, и давайте мы сейчас попробуем вот что-нибудь на нем сыграть. Вот, на самом деле я, конечно, человек не музыкант, я, соответственно, еще никогда до этого не играл на гармошке. Ну, что-нибудь попробуем вот сейчас мы озвучить, в общем-то говоря. Так. Ну, что-то типа этого. Вот, если мне сейчас смотрят опытные, ну, эти музыканты, которые умеют играть на этих штуках, вот, не обессудьте меня. Вот, это мы все-таки снимаем обзор вот на нем. Но, в принципе, вот как научиться играть на губной гармошке, вы можете в интернете найти много всяких видеоуроков вообще, как играть на них, собственно, как там губы ставить, вообще говоря. А я вот такой человек, который не имеющий музыкального опыта, вот я сейчас как раз пробовал сыграть. В общем говоря, если вы сейчас смотрите это видео, вот имеется в виду, кто любит мой канал, вообще Андрей Соловьев, может быть, какая-то что-нибудь такое еще послушать вообще, как звучит эта прекрасная губная гармошка. Это действительно хороший музыкальный инструмент, причем недорогой. В общем-то говоря, купить можете его спокойно на Алиэкспрессе за 230 рублей. Только единственное, вот ссылочку я оставлю в описании. В общем-то говоря, а если вам понравилось это видео, то, в общем-то говоря, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А
И после того, как вы подписались, еще нажмите на колокольчик. Вот. Это поможет вам как раз узнать, что вышло новое видео на моем канале. А очень говоря, это был Андрей. Увидимся с вами в новых роликах, а возможно, скоро и саундтреки новые появятся. А очень говоря, всем пока!